Итак, у нас в городе Орле команда «Гранитный цех». Пацаны, представьтесь. Добрый вечер. Юрий, вокал, гитара. Андрей, вторая гитара, ритм, яйца. Второй Андрей, бас-гитара. Паш, меня зовут, сегодня в роли оператора. Так, я так понимаю, вы сегодня в клубе «Герц», да, гик отыгрывать? Да, сегодня будем в клубе «Герц». Да, программа какая, насыщенная, насколько примерно? Программа планируется где-то, наверное, час 15. Час 15. Там у вас хиты есть какие-нибудь? Хиты там боевики, есть, там хиты, все дела. Сны есть, замечательная композиция. Рекомендую ее послушать. Также пестрит интернет композиции «Серая масса». Люди пишут письма о том, что после прослушивания данной композиции проходит варикозное расширение вен. Вот даже так. У одной женщины как бы произошло исцеление, это не шутки. Ну а вообще команда в каком стиле играет? Команда играет хард-рок. Хард-рок, да. Это изначально играли хард-рок или как-то стили менялись? Изначально. Изначально сколотили группу «Гранитный цех» для того, чтобы играть именно хард-рок. Ну а уже давно играете? Сколько лет? Начинали мы, значит, играть в начале 2000-х годов, там и завершилось благодаря употреблению спиртным напитком, и не только. Вот. Перерождение приходится, год мы сейчас вот существуем вот этим составом. Год. Барабанщик покинул этот мир, он тоже был как бы с нами, да, и сейчас там по ряду причин его нету. Вот. Год. Так, за существование группы были какие-нибудь там альбомы записаны, пластинки или что там у вас, аудиокассеты? Были пластинки записаны, записан альбом «Серая масса», и сейчас готовится в процессе, сейчас мы работаем над записью альбома «Туберкулез». Вот, даже так. Тема, кстати, такая довольно актуальная. Так, итак, мы продолжаем. У нас команда «Гранитный цех» из подмосковного города Красногорск. А откуда вообще, ребята, название такое у группы «Гранитный цех»? Это что-то связано там, ну, я правильно понял, да? Да, название группы родилось, было много всяких, там, перебиралось, там, название тракторов, так как у нас бас-гитарист тракторист. Вот. Но, как бы, забивая в интернете, уже было видно, что все это занято. И поэтому я, как бы, название берет корни с моей работы. Работаю я на кладбище. Собственно, собственно, ребятам привез напиток, как бы. О, ё-моё, вот это шикарный подарок. Я вижу, Рэмбо задоволен. Хорошо приснулся. Да. Да, и название как бы пошло отсюда, так как все связано с гранитом, и деньги на записывание альбомов вышеупомянутых идут, собственно, с этого. Так, я так понимаю, вы ритм-гитара и соло там, и все на свете, да? Да, и ритм-яйца еще добавил. Ага, ритм-яйца, да, человек с яйцами. Ну, это нормальный ход такой. Послушай, я хотел у тебя спросить, ты тоже изначально играешь в «Гранитном цехе» или еще до этого в каких-то командах играл? Нет, я изначально вот играю в «Гранитном цехе», до этого я нигде не играл, приглашение вот от Юрия поступило, и я, в общем-то, незамедлительно согласился, поскольку эта музыка по духу мне близка, я слушаю всю жизнь, можно сказать, свою. Ну, а любимая команда вообще какая твоя? Любимая команда, ну, я думаю, наверное, это, скорее всего, Motorhead. Motorhead, ну, и Grave Digger. Тоже достойная команда, да, это тоже. А твоя какая? А моя Motorhead, Black Sabbath, Accept, очень нравится AC/DC, ну и т.д. Вот тех времен именно команды. Все понятно, блин. Настоящий рок-н-ролл, короче говоря, да. Чистый, без примесей. Олдовый, да. Так, ну а басист, представься-ка нам. Басист Андрей. Ага, ну как все басисты, короче, смущаемся. Из могилы. Ну твоя, Андрюх, какая любимая команда? Команда молодости нашей. У меня Металлика. Вот, уже посерьезнее. Ария, та же самая. Но на концертах Арии бывал хоть, нет? Бывал, да. Ну как там, что там, нормально? Нормально. Кипелов. Ты еще при Кипелове там, да, был на тех концертах? Нет, уже я с ним не застал. А, ну да, все понятно. Кипелов не застал. Жаль очень. Ну а я так понимаю, ты оператор такой же, как и я, да? Да, как бы, ну, Паша меня зовут.
Вообще, в принципе, участвовал, изначально видел эту группу еще вдалеке. Я видел вот работы, видео работы, клипы, это твоя работа? Это да? Моя работа. Ну, так, да, достойно, прикольно. И как бы, ну, суть в поддержке, да, как бы, и вообще нравится, когда люди, ну, стремятся и увлекаются этим вопросом. И, ну, в принципе, и дружим мы, как бы, ну, с детства, да. А, я так понимаю, что вы все вышли с одного района, с одного двора. Да, с одного района. О, парни, респект и уважуха, блин. Вас не только связывает музыка, вас дружба связывает с детства. Это очень круто, блин. Ну что, парни, пожелаю вам успеха сегодня, на сегодняшнем гиге. Спасибо. Слава концерту!